Здравствуйте, я пришел подавать документы на специальность системного администратора. Стать системным администратором и работать с компьютерами у Алексея Рутенко – мечта детства. Любимые предметы в школе – математика и информатика. А если определился, зачем тратить время за партой, решил парень. После 9 класса пошел в Амурский аграрный колледж. Но спустя год понял – не нравится. Сейчас вот поступает в коммунально-строительный и снова на системного администратора. Не исключает, что и здесь не приживется. Пути отхода продумал. Факультет среднего профессионального образования МГУ. Специальность та же. Рано или поздно, решил Алексей, он своего добьется. Я не хочу работать. Я либо бизнес, либо музыка. У меня два варианта. Ну, примерно сделать какую-то свою компанию IT, ну, писать софт под заказ, что-то в этом роде. Платить за образование сына готовы родители. На внебюджет уже подали заявление 100 человек. 350 абитуриентов колледж готов обучать бесплатно. Нужно только выдержать конкурс. В этом году было подано больше 1000 заявлений, 1100 заявлений, приблизительно будем говорить, что это 4 человека на место. И традиционно, конечно же, наиболее пользовались популярностью такие специальности, как строительство зданий и сооружений, строительство автомобильных дорог, ну и, конечно же, в рейтинге самых высоких баллов и конкурса – это сетевое системное администрирование. Такой же конкурс и на факультете среднего профессионального образования МГУ. Правда, бюджетных мест здесь всего 110. Самые популярные специальности среди поступающих – компьютерные системы и комплексы, аналитический контроль качества химических соединений и право. На последнюю пришла подавать документы вчерашняя 11-классница Дарья Торбина. На юридический в ВУЗе даже не замахивалась. Слишком большой конкурс. Я сначала подала в ВУЗ на таможенное дело, на туризм и религиоведение, но не поступила на бюджет. И поэтому сюда решила, а потом пойду, ну, отучусь тут и пойду уже в ВУЗ. В амурских СУЗах уверены, абитуриентов наберут 100%. Самая жаркая борьба развернется за право учиться маркшейдерскому делу, пожарной безопасности, экономике, бухгалтерскому учету. А Амурский аграрный колледж в этом году по популярности не уступит даже высшим учебным заведениям. Во-первых, конкурс на одно место 25 человек. Во-вторых, средний проходной балл аттестата в этом году здесь совсем не средний – 4,3. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».